Мелкая пластика, предметы убранства интерьера, скульптура, сервизы. Выставка, которая открылась в Щелковском историко-художественном музее, не оставит равнодушным ценителей фарфора. Довольно редко сегодня можно встретить художника, который работает с этим удивительным материалом. В экспозиции, представленной в музее, выставлены произведения Читы Обрубовых, художников по фарфору, как авторские работы, так и совместное творчество с другими мастерами. Получили мы эти прекрасные предметы, поработали, как видите, с ними. Я считаю, очень удачно мы их представили. Хотела также обратить внимание, что среди прекрасных произведений фарфора здесь еще есть очень такие тонкие акварели и интересные живописные работы, что говорит, в общем-то, о многогранности художников. Когда люди видят работу художника, да, то говорят, конечно, руки художника в основном, а уже, в общем-то, то, что зритель может найти в этих работах, наверное, гораздо больше и самого зрителя. Увидеть воочию эти удивительные предметы на выставке в Щелковском историко-художественном музее можно до 23 сентября. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.